Всем привет-привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. Сегодня буду делать вот такой вот Shelly Art, еще один у нас. На черном фоне. В общем, делаем на черном фоне сегодня. Мне кажется, ну ладно, потом еще добавим, если что. Угу. Потом добавим еще, если что. Это можно сейчас добавить по логике-то. Если что, добавлю еще. Так, делаем Shelly Art сегодня опять на черном фоне с красками, которые переливаются. Так, пузырьки убираем. Теперь будем пробовать. Добавляю фиолетовый. Это у меня фиолетовый перл. Так, дальше добавляю красный. Сейчас я вытру. Теперь добавляю красный сверху. Так, красный. Теперь добавляю золотой, вот такой иридесент золотой. Так, добавим такой зеленый. Я не знаю, вам видно там. Я просто делаю эксперимент, поэтому стараюсь уже делать так, как есть. А то достаточно, скорее всего, да? Думаю, да. Может быть. Так, зеленый. И вот сюда давайте добавлю еще и синий. Немножко синего. Зеленый. Все. Сейчас посмотрим, как это у меня получится.
Надеюсь, получится хорошо. Так, что мы делаем? Думаю. Ну-ка, если... Давайте вот эту маленькую. Значит, сюда этот делаю черный активатор. Это активатор по Shelly Art. Ой, не надо, чтобы ты у меня куда-то тут. Это не надо. Так, активатор черный. Потом добавлю сюда белый. Активатор белый, активатор черный. Ну, давайте вот так. Окей. И вот так. И вот так, наверное, пройдусь. Окей. Все. Я так думаю, что все. Но не уверена. Угу. Вот, оказывается, да. Уверена уже, что все. Так, ну что у меня тут получилось? А получилось у меня тут. Значит. Вот такая интересная штукенция. Смотрите, видите, да, как она у меня интересно получилась. Теперь я хочу немножко пройтись вот здесь золотым. Так. Все, наверное, пока. Сейчас подумаем. Так, это мы убираем. И это мы начинаем вот так. Потихонечку. Надеюсь, вам видно там. Тихонечко сливаем. Так.
Теперь в эту сторону. Немножко опять в эту сторону. И сюда. Сейчас я поправлю свою руку. И сюда. Так. Окей. Красотень. Прямо красотень. Теперь это убираем. Ну, красота. Липота. Теперь смотрите. Немножко я кручу. И у меня есть одна идея. Сейчас я подумаю, как я эту идею воплощу в жизнь, короче говоря. Так, сейчас подумаю, как правильно сделать. Я это сделаю. Ну, красота, конечно. О. Посмотрите. Вот такая вот красота. У меня есть еще одна идея. Я хочу вот отсюда сеточкой вот провести, но сейчас я остановлю. И может что-то вот здесь вот как-то сеточкой проведу. Подождите. Так, сейчас смотрите. Попробую. Вот на этом. Вот на этой штуке. Сейчас буду делать еще одну. Чтобы получить сеточкой. Так, сюда много мне не надо. Здесь мы сделаем немножко по-другому. Так, вам видно? Видно. Так. Ну-ка. А зря сюда я сделала. Ладно. Так. Ладно, сейчас подумаем. Каким сделать лучше? Пришла идея вот в голову, видите, да? Я думаю, надо сделать. Угу. Так, то же самое. Ну, я думаю, может с белым. Вот, беру черную, опять эту. И добавляю белое сюда. Чуть-чуть. И вот хочу добавить немножко. Ладно, нет, не буду ничего уже добавлять. Все.
Так, теперь я хочу это просто протянуть. Последний момент вот пришло мне вот это в голову. Ну, я решила протянуть. Ладно. Так. Все, пока. Так, ну смотрите сейчас. Посмотрим, что здесь у меня получится. Это называется транспарант. Транспарент. Транспарант. В общем, что-то типа этого. Сегодня у меня такое настроение, понимаете, да? Смотрите, какая красота получилась. Вау! Я в восторге, конечно. Вот лучше бы у меня все вот так получилось. Так, а теперь. Значит, смотрите, я хочу вот сюда. Ой, что-то мне прилипло. Я хочу вот сюда вот сделать, да? И как мне это сделать? Сейчас подумаем. У меня есть вот такая штука. Вот. Сейчас подумаем. Как нам сделать? Это неудобно будет, конечно. Ну, попробую, ладно. Вот отсюда я буду сюда. Так. Не надо было сюда. А, вот сюда не надо было. Испортила. Ладно, сейчас еще попробуем. Чтобы не попортить. Ой, эксперименты, эксперименты называются. Окей. Надо наловчиться, и тогда будет. Вот видите, да? Надо наловчиться, конечно. Если не наловчишься, будет вот такая фигня. Все, ладно, пока. Сейчас я придумаю что-нибудь. Все. Ладно. Это я сама с собой разговариваю. Это нормально, да, вообще? Как вы думаете? Я сама себя ругаю тут что-то. Так, ну вот, пусть будет так. Ладно. Будем считать так. Это сейчас я помою. Все вымою, и дальше уже будет видно, что делать дальше. Вот это называется транспарант. Транспарент, трансферент, трансперент. Как-то типа так. Это вот, видите, в последний момент мне пришла идея, поэтому, если бы не в последний момент, я бы, конечно, подготовилась.
Смотрите, какая красота. Вот если это все эпоксидкой покрыть, так это вообще будет бомбическая просто работа. Вот я специально хочу сюда протянуть чуть-чуть. Все, вот так. Вот. Смотрите, какая работа. Бомбическая. Все. Вот такая работа у меня получилась. Вот. Долго, но зато я закончила. Так, как хотела. Вот. Шикарная. Все, дорогие мои, всем пока-пока. Я вот так буду записывать видео, как мне, у меня теперь так. Если я захотела что-то, побежала быстренько и сразу и для вас записываю. Вот, поэтому иногда не спонтанно у меня получается вот такая вот. Быстро-быстро, и вот видите, получилось что. Все, всем пока-пока, мои хорошие. Пишите, смотрите, я всегда рада вам. Буду очень рада, когда вы мне пишете комментарии. Я вообще с удовольствием на все отвечаю. Поэтому всем благодарность большая. Всем хорошего настроения и пока-пока.